Ничего, говорит, ты меня не моешь-то, но я долго буду тебя ждать. Сижу, говорит, я тут такой в ванной сижу. И чё, я, говорит, пришел с гуляния, прыгнул в ванну. И чё, я, говорит, долго еще тут буду ждать? Да, вон там уже кто-то пришел, говорит, а я выйти не могу, потому что я грязный. Жду, грязная аж до головы. Да, Мартюша, ты грязный? Кто грязный такой? А? Дождик, скажи, у нас прошел. Вот такой я пришел. Грязный, вот так сидит. Да, чудо? А, чудо? Сидишь? Кто там? Кристина пришла? Тебя сегодня мама моет? Да. Чего, ты боишься, что она уйдет? Она пошла тебе кушать на клад. Ты накормила его? Ну, положи ему чуть-чуть прям. Мартюша, я помою тебя сейчас сама, не надо. Я, говорит, уже устал ждать. Я быстрее, говорит, сейчас вылежусь и буду чистый. И пойду, там уже про еду говорят. Да? Про еду говорят? Ее просто, говорит, мама, там уже шуршат. Ну, что, говорит, еще нельзя, что ли, идти? Нельзя, сядь. Мама, говорит, фашистка. Да, Мартюш, мама фашистка. Все, моемся, давай. Давай, сейчас будем мыться. Да. Ой, мыться, говорит, будем. Что, сначала пить? Ну, давай. Попил? Все? Мыться? Давай. Сейчас ванну сначала помоем, а то ты будешь вылазить и опять пузом всю ее испачкаешь. А, мы же тебя помоем, как ты испачкаешь. Мартюш, мам совсем ку-ку. Да? Ой, погоди. Не твоей масти вода пошла, погоди. Сейчас, подожди, сейчас. Ага, вот. Давай, лапки моем. Лапки, давай, поднимай одну лапку. Молодец. Подожди, там в подушечках песок. Погоди. Молодец. Другую лапку поднимай. Умница. Сейчас, погоди, все подушки вымоем. Перину вымоем. Пузу давай. Ляжки. Пузу. Тут пузу. Поворачивайся. 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 Разворачивайся. Давай, 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 поворачивайся. В другую сторону, если помыли. Давай лапку. Подожди. Давай. Да подожди, там у тебя на пузе песка-то, никуда твоя тарелка с едой не денется. Подожди. Песка столько на улице нет, сколько на тебе. Веришь? Лапку поднимай. Давай, поднимай, поднимай. Лапу поднимай. Меня не надо мыть, я чистая. По сравнению от тебя. Подожди. Жопу дай помоем. Еще раз повернись, голову помоем. Она тоже грязная. Мартин. Зря ты ему еду наложила. Он слышал. Стоит, тупит. Поворачивайся. Нет. Поворачивайся. Все, не трясись. Не вздумай, ты меня брызгаешь. Погоди. Спасибо, дорогой. Да, говорит, как вы мне надоели. Пошел, говорит, я есть. Кошмар, Мартюша.
Трындец. Ой, я что-то не выключил. Ой. Вот так вот. Вон сколько грязи. Сейчас буду мыть ванну. Фу. Мартюша, ты всех помыл тоже, да? Назло, что тебя кушать не отпускали, а мыли, да? Да, Мартюша? Пипец, в жизни не ел ребенок. Надо ж, какой вкусный корм. Девчат, тот корм мы съели, едим свой старый. Ну, его тоже надо доесть, поэтому доедим, потом я поменяю ему корм на тот, который мы взяли на пробу. Название забыла, но фотка у меня осталась. Ну, этот корм тоже он стал хорошо есть, но он его и ел хорошо. Ну, и тот хорошо кушал. И пока тот кушал, замечен, сколько он, килограмма нам хватило на 2,5 дня. Замечен, ну, в чем-то плохом не был, даже у него вот здесь на лапке... Вот так вот вам всем, да. Вчера, говорит, ты плохо, мама, убралась. Да. Я, говорит, а что ты сматываешься-то, я не пойму. Почему ты с нами поговорить-то не хочешь, Мартин? Ты что? Ты обурину объелся? А? Мартин. Ты почему с нами не разговариваешь? Мы тебя тут мыли. Всем каналом видели те. А, ты еще не очень чистый. Ты процедуры не провел? Вообще не понимаю, что происходит с ребенком. Что ты ищешь? Что ты ищешь? Что? Где? Ты мячик ищешь? Где он? Ну ищи, я достану. Где? Где мячик? Там? Ну-ка, посмотри, он там? Точно там? А то я зря полезу. Ну, давай поищем. Давай, сейчас. Мартюш, где мячик? Там? Посмотри, он там? Ну-ка. Давай смотреть. Вместе. Ну, хорошо, смотри. И что там? Ой, я не вижу. А ты видишь? Мартин, ты видишь мячик? А? Ты видишь мячик? Ты что, зрителям поп показываешь? Ну нифига ты тут... Мартин, погоди, давай вместе смотреть. Давай вместе смотреть, давай. Дама, дочь, принеси фонарик на кухне. Ну смотри, там он нет. Смотри, там мячик. Точно там, ё-моё. А как мы его достанем оттуда, ты не знаешь? Доча, у нас нет никакой длинной швабры? Да. А как достать мячик? Прям нормально, да, и Мартин не даст. Он же, видишь, уже почти залез доставать. Угу. Я не отодвину кровать. Не трогай фонарик. Смотри за мячом, чтобы он никуда не ушел. А я поищу. За мячом смотри. Иди смотри за мячом, я ищу, чем достать. Мартин. Иди за мячом, гляди. Сейчас мячик там убежит и все.
Иди. Иди за мечом смотри. Мама ищет, чем достать. Иди, иди, сейчас я достану. Иди за мечом смотри. Мяч на месте там уже. Кто молодец? Кто молодец? Мама молодец. Да. Ложись, доставать будем. Ложись, доставаем. Мама, швабру. Не швабру, а пылесос взял. Сейчас достаю, подожди. Ты смотришь, Мартин? Мартюш, что ты сделал? Мартюш, дай я достану. Уйди. Жопу свою спрячь. Где мяч? Где? Тихо, 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 я достану, подожди. Ура! Кто победил? Мама победила. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Ой! Главное включить мозг. Вот так всей семьей доставаем мячи. И чё, Мартюш, ты играешь? Ну ты прям вообще сказочник у нас, ребенок. Да. Вот так вот мы играем, когда у нас все хорошо. Да, Мартюшка? Когда я сытый, накупанный, чистый. Что еще делать, скажи? Да? Вот что еще делать? Играть.